Всем привет, ребятки! Сегодня давайте сделаем тест Агуэра бесплатного, 98-го, его всем раздают. Но можно взять и правозащитника-писчика, если что. По игре Агуэра, ну, писец. Вот у него лучший финт в игре, дополнительный, да, который есть сейчас, с этими механиками. Но из-за роста его показателей на этом же финте оно не работает. То есть вот этот его мелкий рост, амплитуда финта, плюс нехватка именно ошеломления, замедления игрока, защитного плана, не работает. Не работает. Есть еще минус, это в разбеге. Он практически не убегает, да, там. И в набегании. Можно ли его использовать временно? Да, можно. Нужно. Но если линка не хватает, либо по фану, то да. Кстати, второй этаж он тоже не забирает. Тоже мелочь такая. Мне не понравился Агуэра никак, я не знаю. Я уже привык играть там Роналдо, там часто играю, хоть пока не встроился в состав, Холландом, и эти ребята на голову выше, если вообще Агуэра можно играть. Так, под равную, скорости не хватает, роста, под пса и финта не хватает, и опять же для этого финта нужен рост. Физика, ну физика будет, но она ему не поможет с его-то финтом. Он просто не срабатывает, либо он отходит недостаточно далеко от защитника. По удару все норм. Вот с ударом нет проблем. С рангом нет проблем. У него там его 10-й там. Качать 98-й не так много. Линк раздает неплохо. И аргентинец получается, и премьер-лига, и конец сезона. Что я не понял, смотрите. Бендеры заканчивали карьеру. Там центральный защитник, правый защитник. Они были топовыми карточками. И правый защитник на тот момент, и центральный до сих пор. И будет топовой карточкой центральный. Один из лучших центральных защитников. Но Агуэра сделали паршивую карточку. Даже если учесть его рост, она бы все равно бы к топовым приближалась, да, по некоторым характеристикам. Но из-за роста были бы просядки. Но они даже по характеристикам его топовые данные не дали. Поэтому для меня странно, да, неужели Бендер, центральный защитник, круче отыгрывал, чем Агуэра? Ну, это eSports. Они просто не так давно тотцев продавали, и им надо это делать. Дальше продавать игроков, поэтому бесплатных не дают. Вообще удивлен, как они Бендеру в свое время статы хорошие выписали. Что еще по навесу? Ну, по навесу тоже все нормально. Кстати, по финту он будет проходить очень слабых правых и левых защитников. Вот таких игроков он может пройти, но и то очень слабых, даже не средних. Там Бисак он, допустим, не проходит. Центральных защитников, средних, нормальных, он тоже не проходит. Ну, вы видите все сами. Такой игрок, временщик, если что, под равную тоже не зайдет. Подумайте. Пока.